Друзья, послушайте стихи о том, как я сказал. Смотри! Смотри! Заметив пару спящих крокодилов, я улыбнулся.
и не разбудил их. Заходят гости в туалет, а я сижу на кухне. Себе они включают свет, а у меня он тухнет. Как в море река впадает в тело рука. Какая тишь, а ты кричишь. Какие волшебные дети. Едва прикоснуться к чему, глядишь, вот оно и сломалось. Поди-ка поймёте, чего. Кровать скрипучая, одеяло колючее, заснуть не могу. Любовь добра, полюбишь и добра. Люся кнопочку нажала, из Америки не стало. Снова пробует нажать. Есть Америка опять. Мармеладка, мне ты сладко. Счастливо, слива. Мешала кашу варить мне Маша. Мне комарик надоел, я его прихлопнул, а он снова прилетел. Того света, что ли? Мне нравятся взрослые, больше собак, особенно тети, а дяди не так. Говорит, ты еще и лопа, пошутила антилопа. Моя гордыня, это дыня гор, а не какой-нибудь равнинный помидор. Мы буковки, не смотрите на нас, не смотрите. Рельсы взгляды нежные бросая, и школьник приближение тропая. На свете никого мне ближе нет, чем замечательный один поэт. Наглец и подлец. Пьеса. Наглец. Подлецу. Подлец! Подлец. Наглецу. Наглец. Надоел мне волейбол. Поиграю в баскетбол. Надоел мне баскетбол. Поиграю в волейбол. Надоел мне телескоп. Погляжу-ка в микроскоп. Надоел мне микроскоп. Погляжу-ка в телескоп. Надоел мне Парагвай, уезжаю в Уругвай. Надоел мне Уругвай, уезжаю в Парагвай. Не дари мне бумаги пачку, все равно ее испачкаю. Не обижайся, я же любя кидал кирпичики в тебя. Ну, пока промолвил Стас до 14 раз. Ну что вы читаете эту муру? Могу я подумать, что вы кенгуру? О, кто-нибудь, я вас прошу, послушайте, как я дышу. Ой, ты змейка кобренька, что глядишь недобренько? Опять мне снится, что мне не спится. Оставляю авторучки или там карандаши на бумаге за колючки состояния души. Перепелочка летит, возбуждая аппетит. Петю скушал бутерброд. Ну, то есть нет, наоборот! Он спит, он. Куда вы? Куда вы? Повторю еще разочек, Нет, не буду повторять, Подумал Митя, могут неужели синхронненько в один и тот же миг подумать об одном и том же деле двое людей.
девизом служит мне «Прими девизом». Потемнело! В чем же дело? Лампочка перегорела. Почему меня все время рвет? Может, не сама два пальца рвет? Прекрасная, красная жаба сидела. Где же она сидела? Да ее упала. Там ветер был синий, пресиний. Арита, Атита, да. Пришел я в балет. Не вы скажете, где тут туалет? Прямые линии в природе, маленько кривоваты вроде, и нарисованы круги не слишком ровно от руки. Птица, птица, как тебе летится? Пушкин гений, Онегин Евгений. Ради красного солнца ставлю лампу перечаться. Рыбы плавают в воде, птицы небом пролетают, звери землю пробегают, насекомые везде. Рядом с тараканом я почувствовал себя великаном. Санта-Лючия, забыл ключи. Санта-Лючия, солнце. Хуже, стану на себя похож. Случайно угодив на день рождения Вали, я через 5 минут уйду. Теперь едва ли. Слушай, друг, ты кушай фрукты. Снаружи видно хуже. Смотри изнутри. Снял капюшон, настало лето, гласит народная примета. Надену капюшон, и лето окончится, гласит примета. Там такое, оставь меня в покое. 3 часа, пора стричься. У каждого своя роль. Я, например, король. Пусть говорение было мне неизвестно и расширенный ряд, я его тоже заодно прочитаю. У каждого своя роль, или хотя бы ролька. Вот я, например, король, а ты, брат, рагу из кролька. Хорошо, что я такой. Какой ты такой? Тетя Юки, дыл-дыл-дыл, я тебя развесели. Хочешь, пальчик покажу, посмеешься, жу-жу-жу. Человек лежал, лежал, друг вскочил, убежал, а другой сидел, молчал, что-то вспомнил, закричал. Человек нежнее цветочка, так легко его убить. Может, нам любой дракончик руки, ноги откусить. Чемпионы добра, скороговорка. Бродобрей, бобра добрее, бра добрее, бродобрее. Что еще за мужик без головы лежит? Да, конечно, я сам лежу. Головы своей не вы. Жу. Что ж вы, гады, судите? Ведь судимы будете! А вот мы не судим, да не судим будем. Что за жизнь? То вставай, то ложись. Что происходит, когда... Ничего.
не происходит. А может, тогда ты и происходишь. Самое интересное. Что такое одиночество? Это когда кушать хочется. Шар отбрасывает тень. Там ночь, а тут и день. Шел мне навстречу по улице ровно, в думы свои погружен. Кто он такой и как его звать? И никогда не узнают. Эклогер, разведчик, жировки, полей, а много словечек в головке моей. Это страница, это посмеется. Эти строки вспомнит пусть тот, кого охватит грусть. Получив моральный шок, этот вспоминает стишок. Я веник прислонил к стене и отвернулся, хлопнул бич, а это показалось мне, то веник мой упал. Я вижу то, чего не видит никто. Я Гамлет, все не так-то просто. Быть или не быть, вот в чем вопрос-то. Я любил своих врагов, я любил чужих богов. Не осталось от богов, и как быть не рабом. Я не ною, не грущу, лишь костяшками хрущу. Так уж полагается, в них соли отлагается. Я сегодня пальцем шевельнул, весь вспотел, упал и уснул. Язык, говори сам, говорю, да! Я-то купил тебе мороженое, а ты ему ударил по роже меня. Алло, Анюта! Ой, извините, а кому же я звоню-то? Внимание, внимание. Встречаю понимание. Горошек поел. Хороший поел. Грешен. Съел полкило черешин. День нормальненько прошел. Это я его провел. Думаю ерунду мою. Да никак до конца не додумаю. Дышите, не дышите. Да ладно уж, дышите. Жаль, что нету книги жалоб. Как бы туда належало, я вписал бы в книгу жалоб, что тут нету книги жалоб. Жизнь как телесериал. Зря я время потерял. Засада не миновать зоосада. Караул! Девятый вал! Но художник порисовал. Кто разбил зеркало, скажите на милость? Мы только в него поглядели малость, а оно само вдруг надломилось, а потом уже окончательно разломалось. Лишившись рассудку, не трогай посудку. Нажимаю кнопки на пультики. Хочу посмотреть мультики. Плечо сел, грач на плечо сел. Отвечаю, почему опоздал? А потому что я капуша. Пантомима вроде на месте стоит, а вроде идет мимо. Пословица. Любишь вонять, люби его понять. Приходили страусы, грею костра усы.
Прокурор ты, прокурор, ты расскажи мне, прокурор ты, прокурор ты, прокурор ты, прокурор ты, ты мои. Раз, два, три, четыре, пять. Это надо записать. Согласно всем драконовским законам, дракона победив, я становлюсь драконом. Танцуя танго, я выжу штангу. Трели соловья и трели электродрели. Так мечтал о воздушных шарах, чтобы хоть голоски шарах, шарах. Я тут, значит, в общем, ну, это самое, тону. Здесь имеется в виду, что поэт попал в беду. А сатя полосатый и немного волосатый. Буратино — ерунда. Чиполлино! Это да! Микки Маус — ерунда! Майки Маус! Это да! Майки Маус — ерунда! Микки Маус! Это да! Кока-кола — ерунда! Пепси-кола — это да! Пепси-кола — ерунда! Кока-кола — это да! Апельсины — ерунда! Мандарины — это да! Мандарины — ерунда! Клементины — это да. В поединке с холодрыгою я конечностями дрыгаю. Ну, что мы объелись крема, виновата вся система! Все проходит, как в пароходе. Выронил лиру я, рифмы жонглируя. Говорят, что я наивен, словно и Волга наиве. Говорят, я очень мил, но немного утомлен. Господин учитель, вы не помолчите. Допустим, жидкость, а в ней лежит кость. Если все начнут пахать, то будет отдыхать. Если не я, то кто же получит сейчас пороже? Если ты любитель змей, на груди меня пригрей. Заглядевшись на луну, процедил свое ну-ну. Знаешь, мамонт, без обид, но боюсь, что ты забит. И скажу вам, не то я, это я. Извини меня, пчела, но теперь бы не начала. Интернет, паучья сеть, все там будете висеть. Как без ветра парусник, пароход без пару сник. Как доктор стучу молоточком по буквам, пробелам и точкам. Как смешно писать стихи. Когда ковчег построил Ной, все тоже думают больном. Кто же я? Тварь ты, Боже. Кто такие готы? Что за гугеноты? Что за готтентоты? А сам ты кто ты? Летняя поляна на полотне наляпана. Луч, вариант, лучик из-за туч, вариант тучек. Любит меня народ, только виду не подает. В
Меня ломало, но это меня ломало. Ломало меня немало, но это меня не меняло. Милое стихотворение, поздравляю с днем рождения. Я твой любящий отец, и пришел тебе конец. Мне приятен ваш укус, у меня хороший вкус. Муха, муха, не летай, от стихов не отвлекай. Мы на правильном пути, не проехать, не пройти. На лугу цветут ромашки, написал я на бумажке. На лугу цветут ромашки, прочитал мне по бумажке. Не спрошу я ни о ком, никого, кроме Германа Лукова. Несмотря на все метания, утонул-таки в сметане я. Обожаю букву Ё, а как-то грустно без нее. От удовольствия рыча я испил 4 чары чая. Паника, гибель Титаника, всхлипы киномеханика. Пешку двигаю вперед. Очень сильный ход. Бери дрова, поленья, испытываю ленья. Посмотри в словари, а потом уж говори. По хорошему прошу, раскрывается парашют. Поэт работал как шахтер, мозоль на пальчиках натер, черкал и дни, и ночки, и вот 4 строчки. Пригласить бы на вальс кого, лошадь проживая с кого. Проверь, я не зверь. Продана совесть, потеряна честь, никто меня не любит. А где такое нет? Путь извилистый, немой, я шагаю по прямой. Пытаясь что-то доказать, я начал громко вдруг кричать. 5:25. Роза пришла с мороза, розовая, как роза. Вариация на тему Берлибра Блока, она пришла с мороза, раскрасневшись. Ручка – самый близкий друг, я без ручки, как без рук. С этими словами я иду за вами. Сидит мужчина, ногу морщина. Сияю, как зарево, себя разбазаривая. Скоро будет точка, взгляд сосредоточка. Словушка занесло в ушко, ловушка словушка. Смотрю кино я, внутричерепное. Стихотворение о том, что напишу его потом. Стоит нас почекотать, начинаем хохотать. Хохотать не хочется, а все равно хохочется. Столько мыслей в голове, по меньшей мере 2. Таракан заворожен, так и лезет на рожон. Та-ра-та-та-та-та-та!
тетю Майя, так вот тебе папайя. У меня ума палата, только толку маловато. У соседки Люси дети, с ними я люблю сидеть. Хрю-хрю, воспарю, мур-мур, я гламу. Чашку йогурта, словно йод, держит йогурта и пьет. Чего мне хочется? Сосредоточиться, чтобы понять, чего мне хочется. Шурша в камышах, гоняла шаф камыша. Я вообще-то умный шибко, но в стихах люблю ошибки. Я железо, ты магнит, что к тебе меня манит? Я жирных с детства привык ненавидеть, теперь не могу себя в зеркале видеть. Первая строчка из Маяковского, которую я сам написал. Я искатель приключений, в мире слов и их значений. Я поймал себя на том, что является хвостом. В общении я вообще не я. Я почти совсем не сплю, потому что я храплю. Я поэт Луковников, автор многословников. Я змея, очень-очень неприятно. Я сегодня очень рад, черный вычертил квадрат. Ну как, Казимир? Да так, велими. Будь проще. Что ты как пингвин проще? В этом мире запутанных проводов провода распутывать будь готов. Взвесьте ко мне креветок. Одну или даже две. Вода, ты куда? Время, стой, раз, два. Друг на друга смотрим сиро, и сквозь окошечко кассира. Какие странные слова. Дом 18, корпус 2. Кто-то что-то говорил и не ведал, что творил. Люблю расшатывать штатив, но превентив, но превентив. На банджо лопал кабанджо. Плачет Аглая. Не смогла я. Проснись и пой, что ты тупой. Прости, мне пора расти. Слово не воробей, словушка, соловушка. Слышишь, как хлопает птичье крыло поэт. Спички — это вспышки в спячке. Спички — это вспышки в спячке. У меня болят виски. Не разжать ли мне тиски? Чисто по приколу выпил пепси-колу.
все понял! Все, все, все! Все, 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 я все понял. Жужжа и колыхаясь, летела стая ос. Какой, однако, хаос! А может быть, хаос? В саду ловили остригуся, а я, пожалуй, остригуся. Ко мне привязался увод, хоть я не давал ему повод. Щавелю, подать мне щавелю! За стеной звучит фагот, не сплясать ли мне гавот? За стеной звучит гобой, не сплясать ли нам с тобой? Я попал ногой в капкан, не сплясать ли мне канкан? На столе стоит перо, я дорезал лизу. Вдали от мировых проблем сижу, мороженое. Вот, допустим, редька. Что ли, натереть как? Один проклятый партизан в лесу припрятал пармезан. Щука? Не упущу как. Рожденный множить, делить не может. И под этот птичий грань ты поэт стихи читай. Выбрать правильный ответ. Скажешь «да», а там вдруг «нет». Ну, а скажешь «нет», тогда, да, конечно, будет «да». Я однажды всех порвал, потом 3 года зашивал. В городе Рига на острове Крит только милиция так говорит. Не говорите так, а говорите. В городе Риге, на острове Крите. Он знал одной лишь думы власть, одну на пламенную страсть, а давайте попухли. Вместо поединка, вместе поединка. Будьте любезны, постойте купец. Ведру жбан, не дружбан. Мы уселись на насест. Почему нас кто-то ест? Алло, Япония? Чё-чё? Не понял я. Болит башка. Полезай на шкаф. Воют волки на луну. Сочиню такой стишок, чтоб все было хорошо. Что прекрасней перламутра, перламутровое утро. Милые родители, обратно не родители. Ливни моросят, на бивни поросят. Играя на свирели, я слышу чьи-то трели. У девиз, повстречавший Лукомникова, чей девиз не топчи каблуком никого, да и так не топчи босикомых. Даже маленьких злых насекомых. Пора заканчивать? Нет. Спасибо за внимание. Пойдем еще в кулуарах читать. Напоминаю, что можно у меня купить 2 моих книжки с иллюстрациями замечательных художников. Книжку «Мы буковки», подписанную еще моим старым псевдонимом Бонифаций, с иллюстрациями Аси Флейтман. Там цветные картинки на каждой странице, около 100 страниц, вы приобретете, стоит она 500 рублей. И книжку издательства «Самокат»,
Хорошо, что я такой, тоже замечательный иллюстрациями художника Коли Филиппова из особых мастерских. Она стоит 600 рублей, и ее у меня совсем мало. Спасибо! Спасибо!